Компания «Ростелеком» запускает новый тариф «Безлимитная Россия» для тех, кто пользуется домашними телефонами. Тариф позволит жителям Уральского федерального округа и Пермского края совершать звонки в любые точки страны совершенно бесплатно. Об этом подробно ямальским журналистам рассказали директор «Ростелекома» на Урале Антон Колпаков и директор ямальского филиала компании Константин Третьяк. На пресс-конференции в окружной столице работала наш корреспондент Дарья Самородова. Теперь звонить через восьмерку по домашнему телефону можно без оглядки на часы. Больше не нужно запоминать или искать информацию, сколько стоит позвонить в Калининград или на Сахалин. Стоимость одинакова – 0 рублей. Компания «Ростелеком» предлагает пользователям домашних телефонов новый тарифный план «Безлимитная Россия», который начнет работать с 1 февраля. Появляется возможность совершать безлимитные звонки, бесплатные звонки на любой фиксированный телефон в России. То есть это не обязательно в пределах Уральского федерального округа. Вы можете звонить и в Москву, и на Камчатку, и в Калининград. И вы можете звонить, это звонок на любого оператора фиксированной телефонии. Помимо этого, звонки на мобильные номера по новому тарифу будут дешевле. Минута разговора на сотовые телефоны со стационарных обойдется в 1 рубль 30 копеек. На Ямале около 67 тысяч семей пользуются услугой домашний телефон от Ростелекома. Примерно 15% из них звонят по межгороду. Именно для них новый тариф будет безусловно востребован, отмечает директор ямальского филиала Ростелекома Константин Третьяк. В силу особенностей региональных очень много звонков идет на большую землю от ямальцев. Мы считаем, что эта услуга будет востребована, но и она на самом деле удобная с детьми, студентами, с родителями, которые находятся на большой земле. То есть есть возможность совершенно там полностью безлимитно общаться. Стоит отметить, что новый тариф запускается на территории Урфо и Пермского края. Минимальная ежемесячная абонентская плата составит 695 рублей. Подключить его можно в центрах продаж и обслуживания Ростелекома. Дарья Самородова, Максим Мячин, программа «Время местное».